Меня постоянно отправляла в пионерский лагерь, потому что мы жили на севере. Вот. На севере лета как такового не было, и она все время отправляла меня в пионерский лагерь на море, где, собственно, я был смену, практически месяц, без мамы. Она мне писала письма, давала с собой деньги, и таким образом каждое практически лето я был в лагере. Я как-то посчитал, что я там 7 раз я был в лагерях детских, пионерских. Вот. И вот приехав сейчас сюда, такая ностальгия по своему детству, по своему лагерному детству, так сказать. Лагермер Борода зажигает города. Смотри сюда. Что ты здесь делаешь? Отдыхаю. Сколько времени? 5 минут. Куда едешь? На Рыбаковку. Что делать? Тренироваться. Сегодня мы едем в Рыбаковку. Там проходят сборы карате-клуба «Фортис», где занимается наш ребенок. На всю смену мы не поехали и решили навестить их, просто съездить на один день, потренироваться, покупаться, возможно, поиграть в волейбол. Короче, активно провести время. Приехали мы в «Морскую волну», сейчас это детский спортивный лагерь, раньше, по всей видимости, был лагерь пионерский. Ой, я справа. Да, добрый. Здравствуйте. Как? Как дорога? Нормально. Что ты такой красный? Во-первых, сгорел, а во-вторых, легкий кровь. Такой вот лагерек. Судя по всему, со времен Советского Союза, с тех времен, когда здесь был лагерь еще какой-нибудь пионерский, тут ничего не изменилось. Это наша огромная вторая большая семья. А первая какая? Это мама, папа, бабушка и дедушка. Чем занимается клуб «Фортис»? Карате. Ну, это сильно переводится. А еще? Что для тебя «Фортис»? Это, ну, почти моя семья. Все мои подруги, дети. Я люблю заниматься городом. Что делаете, бандиты? Вы его закапываете? Навсегда? Да.
мы его хороним. Типичный курортный рынок, на котором много всего, но купить нечего. Винище. Винище. О, пахлаву купил. Вкусно. Вкусно. Объясняю правила. Важное правило. Ты играешь? Сколько? 10. Сколько? 10 человек. Две мафии. Сказали, все по комнатам убирать. Время тихого часа, послеобеденное. Детишки все по корпусам. Я мало верю, что, конечно, кто-то спит. Слышно вон чуть-чуть крики. Но территория пустая. Тишина. Вспоминается, да, все вот эти вот лагеря пионерские. А это вот что-то типа центральной площадки. Сцена тут. Кресла. Вечером здесь проходят дискотеки. Тут сразу маты постелены. Такой летний зал для тренировок. С другой стороны точно такой же. Тут несколько залов. Есть еще один летний и парочка закрытых. По крайней мере, в прошлом году было так. Ну, спортом позаниматься можно. Почему не спим? Вы снимаете? Да. Только его на лампочку показывайте. Всем покажу. Я спала, они меня разбудили. А ты что бегаешь? Я конфетку хотела съесть и выбросить в мусор бумажечку. Девчонки спят. Вот пример какой. У вас же было две! Я помню! А ну, Маш! А можно? Маша, еще! Вот так, все! Будешь главным? Все, а ну еще раз подвинем. На этом празднике жизни, да? Мы домой поем, а ты рули тут. Руководить будешь? Все готовы? Нет. Нет? Давай руководи. Раз, два, три, смотрим. Круто. А еще? А еще раз можешь? Иди
все хорошо. Хорошо, пап, пока. Все, погнали мы домой. Ребеночка оставили. Такой вот день в лагере.